Мне за свою работу не стыдно. На одних только патриотических чувствах, да, то есть к своему городу далеко не уедешь. Красивый малый город Пермского края. Знакомьтесь, Илья Караксин, директор спортивной школы «Барс». Родился не в Березняках, но наш город стал для него домом. Илья расскажет, почему нет худа без добра, где лучше расти детей и что для него значит дом. Смотрите сегодня в 20:15 на Свое ТВ.